К другим новостям. Караганду посетил известный композитор, народный артист СССР Евгений Дога. Шахтерская столица встретила маэстро бурными овациями. Встречу любимца публики с карагандинцами организовали румынский культурный центр «Дакия», кинотеатр «Сарыжаляу» и Ассамблея народов Казахстана Карагандинской области. Композитора горожане знают хорошо. Его музыка звучала в фильмах «Мой ласковый и нежный зверь», «Табор уходит в небо», «Мария Мирабелла», «Анна Павлова» и «Гонки по вертикали». Он написал музыку к песням Эдиты Пьехи, Софии Ротару и Аллы Пугачевой. В Караганду он приехал впервые. Здесь его приезда ждали с огромным нетерпением. Я не живу и не работаю, чтобы кого-то удивлять. Я живу своей нормальной жизнью, как живут все абсолютно. Просто у нас, у каждого из нас, и у вас в том числе, своя амплитуда, свой диапазон действия, поэтому мне повезло, что я занимаюсь музыкой. Евгения Дога карагандинцы встретили со всеми полагающими ему почестями. По традиции его одели в шапан, колпак и вручили сувенир в виде национального инструмента – кобызы. А зрители в свой адрес автор услышал много теплых слов. Самое приятное для композитора было то, что на сцене живой оркестр исполнил его композицию «Мой ласковый и нежный зверь», добавив в нее частичку национального колорита, используя домбру. Постановку этого вальса, который исполняется на самом деле на всем шарике нашем земном. Но такой постановки я не видел. Спасибо огромное, потому что на самом деле это произведение искусства. Вы вас воскресили в новом качестве. К слову, Евгений Дога посетил не только Дворец культуры Горняков, но и студию Первого карагандинского телеканала. Вы знаете, Караганда – это люди. И я их вчера просто не только видел, но просто наслаждался их теплотой. И я такого приема не видел никогда. На самом деле я посещаю, я знаю только где не был, но вот по красной дорожке один долго проходит. Потрясающе. Амин Смакова, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый карагандинский.